Ребята, ребята, всем привет. Вы на канале Between Play. Сегодня мы с Евгением с канала GameStream попробуем новый режим в игре Street of Rage 4. Обновление вышло, и вот мы будем тестировать. Как вы видите, здесь добавлены Estelle, Max, Shiva, много всяких разных артефактов в виде оружия, некоторые локации, звуковое сопровождение. Ну и в принципе все, я думаю, можно начинать записывать. Кому будет интересно, переходите к Евгению на канал, в описании оставлю ссылку. Всем приятного просмотра. Так, выбираем персонажа. Я, наверное, за Адама хотел, вот за этого поиграю. Смотрим. Вот, кстати, за старых персонажей, чему-то у меня вот... Я играл, мы сейчас за Акселя играли, так за кадром решили попробовать. Вот, и прокачал за него два приема, как-то они открылись, но их нельзя выбрать. Обычно, если есть прием у персонажа, вот, выскакивает такое меню, где вы их выбираете. Там такого меню, вот, естественно, нет. Я вот за вот этого Акселя играл. Поэтому хочу за Адама попробовать. Все? Поехали. Поехали. Первый уровень. У нас постепенно сложность возрастает здесь. Так что первый уровень это вообще, скажем так, разминочка. Ой, то мне уже успел навтыкать. По традиции, так, у вот... кого больше подписчиков, тот и первый выбирает себе спец всякие эти. Не, у плюшки. Кого меньше, наоборот, справедливее будет. Ну ладно, хорошо. Ты хоть расскажи, что это такое. Интересно, думаю, будет, может, кто не ну, играл. Вот, то есть вы выбираете, и оно сохраняется с уровня на уровень. То есть здесь вот различные улучшения. То есть здесь случайное улучшение, вы получаете случайное улучшение. А здесь у нас колос на... Так, линиях, так, ногах вы наносите на 100% больше урона, но и получаете на 100 больше, как бы, ну, такое. Ну, давай попробуем случайно их выбрать. Да, жалко не пишется, что тебе попадается. Да, ну что? Вот это что-то непонятное. Да. Что-то с комбо, наверное, связано, цифры вижу. Множитель. Вот, и это получается у нас как RPG чуть-чуть получаешь. Мы с каждым уровнем вроде становимся сильнее, но и враги опаснее становятся. Тут есть боссы новые, тоже сейчас вы их увидите. Пошли. Погнали. Кстати, добавлены кто? Еще здесь эти противники из ремейка версии. Старенькие. Ну и локации тоже. Вот. Вроде все сказал. Да, тут локации меняются. Все рандомным образом меняются. Враги, локации. Так что, как бы, каждое прохождение будет по-своему уникальным. Вот оружие у меня отравляет. Какое-то новое оружие. Я даже его не знал. О его существовании. Оп. Так, сейчас вторая волна врагов у нас. Чуть сам себя не убил сейчас. О, нифига, она надувается, это рыба-фуга. Так, я хпшку взял. Ой, я его тыкнул, кстати, случайно. Я хотел что-то подобрать. А сейчас я скажу, что это у тебя плюс 40 получаемым очкам у тебя. О. Так, мощные огненные атаки. Добавляет эффект огня к заряженной атаке. Удерживайте X и последние атаки базового комбо. О, слушай. Я что-то не помню, что в последнем ударе комбо раньше было такое. Короче, если я зажимаю X, у меня появляется сильный удар, который еще огнем дамажит. И когда комбо мое кончается, каждый последний удар тоже наносит огненный удар. Очень интересный баф такой. Да. Так, второй уровень уже, тем не менее. Поставим. Так, у меня нифига, что-то пацаны. Это как-то это. Я расслабился, что ли, заговорился, видимо. Наверное, сейчас да. Сейчас сосредоточимся. Так, яблочко пока не будем есть. В принципе, хп у нас нормально еще. Будет время его скушать всегда. Благо, враги здесь не кушают. Ты его выкинул. Да, он и огнем, видите. Поджигаю, когда последний удар комбо наношу. Так, очки возьмем. Да лучше, пацаны. Оу. Массовое уничтожение. Так, ну что, по яблочку, я думаю. Так, выбирай ты. Мы играем так, что по очереди каждый из нас выбирает, чтобы было справедливо, а не так, что кто успел, тот и съел. Вот это, кстати, прикольная фишка. Плюс 10 урона. Да.
Вот. Идем дальше. Соответственно, четвертый уровень у нас. А, третий. Третий, да. Ну, тренировка четвертый. Я забыл, что... О, вот эта локация немного неудобная. Тут вот это вот... Это у нас получается с третьей части вообще локация. И мы тут с боссом, с Замзой сражаемся. Угу. Вот. То есть здесь она чуть-чуть сделана, что вот этот вот якобы... Такой мини-босс у нас был там в третьей части, что, видите, как шатается и бьет врагов. И тебя тоже бьет. Угу. Что не очень приятно. Так, надо убегать сразу, чтобы себе урон не нанести. Так, вот так как-то мы... Тут бывает вообще прям настолько... Ой, что-то я... Настолько неудобные локации, что... Тут даже ты никуда ступить не можешь. Стоишь на месте из-за этого. Так, я кубочку тогда сниму. Так, что у нас? Очки? Что ты говорил? Говори, что там у тебя? Что будешь выбирать? При выполнении вами звездного приема выпускает несколько ракет. Тактическая поддержка. Это когда я супер удар, который за звезду. Звезду тратит, будет еще и ракеты выпускать. Ну, наверное, его возьму. Ну да. Четвертый уровень. Сейчас босс, наверное, будет. Да. Неудобный босс, ну с ним тут можно справиться, в принципе. Главное ей не давать пацанов улучшать. Я нечаянно яблоко съел, да, это правильно сказал, поэтому ее надо как можно, короче, надо ее бить часто, чтобы не успевать ей давать, а пацанов можно тоже подубить немножко. Вот она одного успела, а тут еще и это прилетело, баба. А кстати, мое комбо вот этого белобрысого-то все-таки ног-то роняет. Ага. На тебе еще. Красавчик. Так, ну у нас вообще похилится. А, есть два яблочка. Давай по яблочку. Так. Там еще что-то было вроде бы. Случайное оружие. Случайное улучшение. Эффект огня к приему. Угу. Давай случайное улучшение, наверное. О. О, у тебя урон. Угу. Походу, когда ХП полный, у тебя урон 20% выше. А, не, тебе добавилось в курсе, что? Очки еще раз. А, да, два. Больше вижу. Очков получаешь, да. Ну, тоже это прикольно. Уже... Нарастающий. Так, угу. Это у нас следующий уровень. Блин, вот хотел подобрать бумеранг и съел нечаянно яблоко, которое пригодилось бы. Ой, она наискосок бьет. Нифига себе. Я раньше этого не замечал. Блин, экран не видел. Вот обжигаю. Да что ж ты будешь делать? Ну, там яблочко есть, кушай. Так, ну это понятно. Потом еще что-то было. Все. Минус 12 от получаемого урона, если урон здоровья пускать ниже 50. Ну, это, короче, защита 12%. Ага, это, короче, отнимает 90% урона, но дает дополнительный урон плюс 2% каждому удару в комбо. Это получается, у меня комбо будет 60. Умножаем на 2, это у меня 120 урона я за 60 единиц комбо нанесу. По идее, как-то так работает. Угу. Ну, я лучше возьму защиту. Как бы ХП поважнее. Ну да. Потому что комбо мы не всегда можем... Имеем, точнее, возможность сделать. Так вот, здесь интересные локации. Балбесина.
на мину иди. Че делаешь? Опасная дама. Так, я курочку. Угу. Мину. А, так ты берешь? Так, электризующие мощные атаки. Тоже защита выпала. Прикольно. Угу. Я мину подберу. А, пригодится. Да. Это новое оружие, кстати. О, локация. Ну такая нормальная, жить можно. Так. Ой, бежит, бежит вот этот с ножом, балбес. Так, пацаны. Давай вот этого ликвидируем. Сейчас я в него еще попробую ножичком. Не в того попал, тоже неплохо. Тихо, ножик взял. Яблоко можно, в принципе, было съесть. Тут еще... О, меч. Пал на ножки. Эх, не успел. Или курочку, или яблоко можешь поесть, без разницы. Курочку можно за место очков взять. Угу. Бери. Так. А, не, не, прикинь, очки не дает. Я сейчас взял. Ну да, на очки. А, не, дала. А, не, дало. У меня 7 тысяч было. 8. Все, все правильно. А, ну ладно. Окей. Да, вы получаете один дополнительный прыжок. Ага. Без приема расход на 10% меньше здоровья. Ну, мне вот это, конечно, понужнее. Угу. Надо использовать, кстати, вот экономлю ХП. О, босс. Кто? Максик? Барбон. О, вообще самый противный один из боссов. Такой. Не самый даже. Что он делает просто? Ты на него посмотри. О, нифига он меня закомбил. Ай-ай. Вы чё? Нифига себе, пацаны тут. Да. А, короче, такой неприятный босс. Да. У него вторая стадия достаточно такая сложная. Он начинает махать вот так ногой. Смотри, что делает. О, отличная комбинация. О. Надо было ещё его. О, вторая стадия. Все, он сейчас пойдет на ноги свои крутить. Ноги крутить. Ты что делает? Ноги? Достал. Скотиняга. Что, похавать нечего вообще? О, нормально. Есть яблоко, давай. Так, что там у нас? В начале каждого уровня у вас появляется случайный... Так, этот... союзник это там был. Так, повышение. Ну давай еще. Нормально. Еще на уроне будем, да. На уронцах нормально. Так, 9 уровень уже. Будет все сложнее. Боссом прошли, сейчас будут обычные враги. Сколько я понимаю. Так, тут локация тоже со своими особенностями. Идите туда, пацаны. Я их отодвигать буду, короче. Еще кто-то вроде бы там. Надо приманить. Алло. Хорошая кооперативная работа. И туда. О, нормально, минус 2 сразу почти.
Я ему еще корюшкой подавал пользоваться. Ой, еще появились. О, чуть меня не попало. Га, она отбрасывает их. О, с ножиком. На, нормально прибило, пацаны. Так, кукерами. О, что-то. Да уж. О, нормально, колоба. Давай, о, красавчик. Иди похавай курицу. Курицу лучше. Яблочко. Так, ножик возьму, пойду. Давай. Выбирай там что-нибудь. Так, что у нас тут? Кровожадность. Атакуя врагов, вы восстанавливаете здоровье пропорционально 8% нанесенного урона, но больше не лечитесь с помощью предметов. Ну, прикольно, ну. Добавляет эффект электролизации к атаке оружия. Удар по врагу передает 20% нанесенного ему урона врагам вокруг, не снимая другие эффекты. Это, конечно, прикольно, но не очень. Это типа надо вообще... Не, я возьму оружием атаку. Электрическую. Да, будет вполне нормально. Я тоже так думаю. 10 уровень, вот неудобная локация, одна из них. На которой, в принципе, сложно походить. Огоньком еще, пацаны. Сейчас появится. А, еще кто-то есть. Есть. Еще кто-то. Ух, чё вас так много? Эй, пацаны. Оу. Нормально, минус один. О. В принципе, на самом деле, это мешки еще те. Да, особенно просто, белые. Когда их много. Да, просто когда их много, очень неприятные такие. На шарик его прям... О, попался второму. О, это кто? Лейтенант, Летёха пришел. О, на гранатку подорвался. Летёха! Гранаты возьму. На, Летёху ещё током ещё. Отлично. Слушай, ну сложно что-то. Живём, ну, но есть сложно. Есть такое, да. Не живём, а выживаем, как говорится. Да. О, чуть сам себя не поджарил. У меня хп вообще на донышке. Че, кто-то еще? Еще Летеха пришел один. А, это депутат, прикинь. Тихо, депутатик. О, он не успел. А-у-у. Ой, комиссар на минималку. Так, токсичный мощный атаки. Так, а ты же вроде... А, я брал. О, там, о, наверное, жизнь-ка есть. Ой, иди яблоко поешь. Отлично. Чё, идём дальше, ну, туда? Да. Чё жёстко. Сложноватенько. Можешь похавать будет сейчас. Поем сразу. Да, есть такое. Типично. ХП на фу. Тут ветром сдувает, кстати. Причем в разные стороны. Когда их хочет дарить мне. О!
управляет еще. Банка вот эта нубская. Да, еще ветер. Надо жизни срочно. Это ядерца. Жизни нету. Да. Добавляет эффект электролизации. О, минус, плюс 15 к наносимому урону, если уровень здоровья пускается ниже 50. Не подходит. Да. Ну, не сейчас, конечно. Тебе бы, кстати, подходило, у тебя здоровья меньше. О, вот, кстати, локация. Старая часть. Абаден! О, ты молодец. Я не... Что-то это... Я думал, не попаду. Быстрее. Яблоки. О! 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 О, еще этот пришел босс с первой части, со второй. О, мыкает меня. Где яблоко ешь? Блин, а под этим вот это. Ой, этот ножики там кидает меня, мыкает. Ну, кстати, не так сложно мы с ними, правильно? Так что ты берешь. Угу. Скорость ходьбы. Добавляет эффекты перед приемом электричества урон. И блиц прием электричества. Да, нафига ты сейчас быстренький вообще. Нормально. 15 уровень, тем не менее. Что там? Ветер, что ли, опять? А, одна из очень неприятных лок. Будет огонь сзади. О, я полетел. Что за фигня? Да. О, что-то они жесткие. О, я умер. Я тоже. Весело. До 14 дошли. Так, вот тут показывают то, каких врагов сколько убил. Да. А, или вроде все мы вместе. А, это все мы в общем. В общем, убили. Да. А, которые помечены, это типа новые попались. Нам, которых мы еще не встречали. Угу. Мы максимально вот до 17 доходили, кстати. Угу. Так что вот. Ага, это нам в режиме подготовки добавлены новые враги. И вот мы, собственно, навыки прокачиваем. Я Адаму один прокачал. Блиц прием. И ты. Блиц прием, Dark Dash какой-то. Угу. Ну, как-то так. Для первого раза. История есть. А тут нельзя. В кстати. Режиме выживания сражать на беско... А, история это... Что это такое? А, это то, что мы последние да, прошли. Открытые приемы. Угу. А где из первой части? Нету, видишь? А, есть пацаны из первой части. Я еще, видишь, ничего ему не открыл, оказывается. Да. А, прикол. Угу. Надо за него поиграть, чтобы открыть. О, у меня плохое соединение. Игра вылетит.